Белая фритта – особый вид матовой глазури, создающий нежный и эстетичный узор. Каждое изображение расположено в своем поясе и имеет свой характер. Узоры, напоминающие цепь, называют джурджан. Текст на арабской вязи украшает горлышко кувшина. На ручке несколько раз прописано «Алирс» – «Неприходящая слава». Кувшин относится ко времени династии Ильханат, 13 век, размер 18 на 9 сантиметров. Ильханат – государство, основанное внуком Чингисхана, Хулагу, сыном Тулуя. Это осколок распавшейся Монгольской империи с центром на территории современного Ирана. Этот кувшин – лишь один из 60 экспонатов виртуальной выставки, разработанной ЮНЕСКО совместно с национальными музеями 6 стран – Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Посмотрите все предметы выставки